Вот так грустненько сейчас выглядит самолет. Двигательный отсек немножко разломан был, потом склеен, потом снова разломлен, перемотан скотчем. Крепление винта само по себе кривое. Сама гайка, сам штифт, вон, видите. Так, что у нас еще происходило? Хвост у нас отваливается в двух местах. Вот это место номер раз, перемотанное скотчем. Вот это место номер два, где мы один раз склеились, а он второй раз отломался, когда мы неудачно приземлились, и пришлось замотать тоже изолентой. Так, потом у нас надломилось крыло. Тут вот трещина такая замечательная. Вот ее видно по-всякому. Ну, мы его тоже изолентой и скотчем замотали и пару палочек сунули для упрочнения. Вроде пока держит. Отваливались у нас все кабанчики уже, клеенные, переклеенные они. В итоге остановился на вот таких вот хороших жирных кабанчиках. Из компакт-дисков они тоненькие, но как-то плохо держатся. Вот. Так, батарейка у нас тоже немножко выпадает. Но тем не менее, сейчас мы будем запускать. А, еще у нас серва немножко отвалилась, она была вклеена изнутри. Вот я ее прихватил стяжечкой. Сиптай, как их называют американцы. Ну, будем пытаться запустить.
Черт!